В Уланском районе на востоке страны реализуют новый туристический проект. В центре внимания Сибинские озера. Они расположены всего в часе езды от Усть-Каменогорска, поэтому желающих отдохнуть там всегда достаточно. Купальный сезон открыт до сих пор. Всего за лето озера посетили свыше 15 тысяч человек, около половины из которых россияне. Теперь же для туристов в районе решили улучшить условия. Уже в следующем году побережье превратят в муниципальный пляж, который соответствует международным стандартам. А по соседству разместят этнодеревню. На реализацию проекта потребуется 220 миллионов тенге, 50 миллионов для начала работы уже выделили из областного бюджета. В этом году выделены средства из областного бюджета, сделаны дороги на миллиард, на 2 миллиарда, это дороги Усть-Каменогорск-Самар и Усть-Каменогорск база отдыха Сибин. У нас будет здесь солидный, хороший пляж и доступный очень, потому что народ, для народа сделали дорогу, значит, народ должен приезжать и бесплатно здесь купаться.